В связи с годовщиной траурных событий на бульваре имени Вячеслава Евскина состоялся митинг. Почтить память героя пришли представители городской администрации, молодежный актив города, друзья и близкие. К мемориалу возложили цветы от представителя городского отделения ветеранов боевого братства, Института береговой охраны ФСБ России и молодежи Анапы. Ведь самое главное – это память. Память о тех, кто не вернулся с полей сражений и стал настоящим примером для подрастающего поколения. Наша организация, в том числе и на подвиги Вячеслава Михайловича, воспитываем нашу молодежь. Мы регулярно проводим форумы, дискуссии, регулярно проводим беседы с молодым поколением по всему Анапскому району и пытаемся привить нашей молодежи патриотизм, чувство любви к родине, чувство доброго служения.